откопать дверь. Смотри, как надо закрывать и открывать дверь. Смотри. Вот берешь, вот так вот ручкой жмешь, закрываешь и отпускаешь. А потом просто захлопываешь. Слышишь меня? Да. И также с другой стороны. Ты понял меня? Понял. Убираешь язычок, закрываешь, потом отпускаешь. Понял. Ты что там выпил что-то? У меня нет денег, чтобы что-то выпить. Я жарил себя пропилой. Стоял под окнами Федорова и смотрел на ее окно. Она убила моих детей. Да, Саша, прекрати. Ну что такое? Мои пейзажи, это мои родные дети. Ложись спать, а, пожалуйста. Что ты хочешь? Помыть руки. Может, ляжешь спать, а? Сейчас помою руки. Хочешь водички дам? Давай. Возьми, возьми водички. Я поделился сигаретой с бомжом, который работает дворником бесплатно. Почему бесплатно? Потому что он бомж, ему ничего не платят. Почему не платят? Может, он пропивает все деньги? Может, ему бутылку просто дают. Я попросил его помолиться за меня, он послал меня. Иди ложись спать, пожалуйста. Пожалуйста, хорошо? Ложись иди. Молись за меня, про себя. Не так молись за тебя, что не меняется. Только это ничего не меняет. Чего голова начинает болеть немножко? Четвертый этаж, пятый этаж, третий этаж, шестой этаж, седьмой. Это слишком низко. Я никого не призываю, просто считаю этажи. Это слишком низкие. Нужно поехать в Москву. Моя девушка не выйдет ко мне, потому что она меня не любит больше. Я в этом виноват. Хотя я не поднимал на нее руку никогда. Вот. Вопреки клевете. И я сброшусь с огромного небоскреба. Или она меня... А еще лучше, если она меня пошлет просто нахрен. Да, даже здесь я выгляжу убого по сравнению со своим братом. Хотя я выше его ростом, но я выгляжу здесь ниже ростом. Вот что интересно. Я выгляжу каким-то... ущербным. И я нахрен ему не сдался. Потому что я бездельник. Таблетки закончились.
все закончилось. Посмотрим, есть ли у меня флуоксетин низкого качества, который они распродают по дешевке, который разве что, не знаю, там мел с чем-то смешанный. Официальная компания по рецепту врача по рецепту из аптеки продает говняный флуоксетин. Устаревший, наверное, просроченный он. А, вот это здесь лежит. Может, у меня одна таблетка осталась. Я даже не чувствую уже боли от этой крапивы, хотя я ее в руки взял. Вот она. 2,5 миллиграмма, дерьмо это, которое даже не помогает в синдроме беспокойных ног, от чего должен помогать транквилизатор. Все, больше нету. Ни одной таблетки нет. А, нет, стоп. Еще есть. Думаю, 3 хватит. Знаешь, чья это голова? Это моя голова. Это моя рука. Или что? А это моя. Девушка. Которая разлюбила меня. 3 года назад. Стиралки не хватает, да? А сколько она стоит? 10 тысяч? Ну, они разные. 10 тысяч стоит. Стиралки не хватает. Покажу, какие рисунки сделал. Чертов комп, чертова гитара. И я, который не умею ни петь, ни рисовать, ничего. Я просто голем, который выполняет в саду работу, помогает бабушке. 0 просмотров на моем канале. Кто ставит отметку? Одну отметку нравится. Ну-ка. Один, это примитивный рисунок. Даже ребенок сможет так нарисовать. Любой. Добро пожаловать в ментовский ВКонтакте, который прочитывают, прослушивают.
Сейчас покажу. Depressive Poems. Ой, нет, Since Sorrow and Sadness, моя группа. Вот он рисунок. Не, 4 просмотра, один из них мой или два. Ни одного лайка. Один из рисунков. Вот. Два лайка. И то это поставил мой знакомый. А это я не знаю кто. Ей пофиг на меня, наверное. Сообщение. Какая ирония. Они пошли заниматься любовью на мою квартирку. На моей кровати. Хорошая ирония. События. Таня Власова и Женя 20 вступили в сообщество. Кто это такие? Отчет. Какой отчет? Ничего себе, из Тель-Авива 20%. Фига себе. Из Израиля смотрят 20%. Челябинск, депрессивный город, Севастополь, Берлин, Санкт-Петербург. Нифига себе. Культурный город Санкт-Петербург, Берлин. А Севастополь почему? Челябинск, понятно, что депрессивный город. Тель-Авив. Понятно, что почему Израиль, что там это все интересует людей, там возраст 30 мужчин, женщин, источник переходов. Фига себе. Эстетика готика. Кирилл Баландчук оценил готик фан-арт. Хотя я давно ничего не рисовал. Или хроники Морда поделились записью фирмы Лобард с улучшенной мельницей. Посещаемость на 55%, все снизилось. Ха. Все снизилось. Лучший материал за неделю. Портрет подписчиков из Железногорска. Есть люди, нифига себе. Ха. Даже ни один из них не написал мне. Из Эссена какого-то. Из Челябинска. Интересный город Челябинск там. Aesthetic Hands. Нет никаких уведомлений. Привет, я железногорский художник. А, вот. Одна только написала мне. Привет, нашла тебя по надписи на лавочке. Смайлик смеющийся кота. Красиво рисуешь, я бы хотела с тобой познакомиться, но мне рано, 12 лет, Варя. Ха, конечно.
лет. На лавочке увидела рисунок. Одна единственная живая душа оказалась. Это что? Наверное, здесь угрозы какие-нибудь. Или ничего нового. События. Happy Days. А, я знаю, это из Инстаграма. А, нет. Ах, хрен знает. Так... Кто это? Походу, непонятно даже. Добавлю, друзья. Подпишусь, точнее. Ну и какой отчет? Все вниз. Снизились на огромный процент. Всего лишь один комментарий. Лучший материал за неделю, нифига себе. Три лайка. Да, великолепно. Больше процент Железногорск. Берлин, Севастополь опять. Скоро. Да. Лярочка-то правильно поделилась записью. Ой, зачем? Че я нажал? Этого закрыть. Писаться можно только. И что здесь, какие сообщения? Посмотрим. Сейчас сердце будет стучаться. Happy Days, видеозапись. Happy Days от Бигл. А, знаю это. Привет. Я знаю эту песню. Надо было мне в личку, а не в группу написать, потому что в группу мне угрозы писали. Я обычно не смотрю эти сообщения, только сейчас исключение сделал, потому что мне очень грустно. Спасибо. Узнать. Слышно вообще мой голос или нет? Писать, потому что угрозы писали. Я обычно не смотрю эти сообщения. Короче, все сообщения. Ольга, лет мышь. Добрый, я больше акварелью. Нет, я больше акварелью. И все. Понятно. Спасибо за ответ. Мне очень грустно. Неотвеченные. Сноб, Петросян. Ты ар делаешь платно. Ограничил доступ. Просто вы сейчас не закрыты, работаете.
Обратил внимание на ваше сообщество, одно из ваших подписчиков захотел, точнее, возможно, вам пригодится бесплатный тест-драйв наших услуг по движению. А, понятно. Неотвеченные. Доброго времени суток. Хотелось бы списаться на вставленный контент на странице. Доброй ночи. Я, как вы говорите, главный админ этого паблика, художник. Художник я, Тихон Мышкин. А что вы хотели? Я не смотрел сообщения, потому что мне бывало, раньше приходили угрозы в сообщении этого паблика моего. Поэтому мне было неприятно это смотреть. И вот я решил сейчас посмотреть все сообщения. И увидел ваши сообщения. Наверное, уже не актуально. А что вы хотели? Чем-то помочь или что? Мне уже все равно на угрозы. Спасибо, что назвали мой контент славным. Я Тихон Мышкин. Там у меня на странице этой в контактах я числюсь. Спасибо. Доброй ночи. Непрочитанное. Олег Иванов. Привет, почему ты меня заблокировал? Нет данных. Олег Иванов. Привет. Извини, мне просто очень грустно. Я тебя заблокировал на другой странице, там, которую я тогда вел. А на этой нет. Так что какая разница? Просто ты анонимный человек. Меня отравили. Сам знаешь где. И у меня... Я... И еще это Федорова уничтожила мои пейзажи, моих детей. А потом меня травили в интернете. Такие же анонимные люди. И у меня возникли психические проблемы. Может, поэтому я тебя заблокировал. Извини. Спасибо, что написал. Неотвеченное. Вам это ценно. Это платно или вы от чистого сердца хотя бы за у вас собачка вместо аватарки уже все равно. Рублей за мой аккаунт. Зачем? Не понимаю. Может, продать? Заинтересованный в числе. К вам подпишись.
Вот так вот учиться даром, почти за даром. Зачем они мне? А вот это, скорее всего, угроза какая-то. А, нет. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, отражение часовни неправильно, может убрать. Так что, неестественно, думаю, просто берег и как раз отражение уберу. Жду ответа, очень только начинаю рисовать, опыта нет. Отражение. Так, отражение часовни. Здравствуйте. Отличная картина. Не нужно ничего убирать. Хорошее отражение. Не важно, чтобы все было реалистично. Все нормально. Рисуйте дальше. Все естественно, не слушайте никого. А если он скажет, что тень не там, скажите, что на вашей картине два солнца, потому что этот мир должен быть с двумя солнцами, а не с одним. Скажите, что у них не хватает воображения, и что может быть два солнца. Не знаю, что еще сказать. Мне очень грустно. Спасибо за сообщение. И простите, что так долго отвечал. Мне просто угрозы приходят. Я редко смотрю здесь сообщения. Батарея разряжается. Опять. Опять фигня, спам. Собака какая-то неживая. Что, здравствуйте, что вы хотели? Неотвеченная. Здравствуйте. Простите, что я так долго отвечал, потому что мне приходят, бывают угрозы на эту страницу, и мне неприятно смотреть. Спасибо за ваше сообщение, и простите, что я так долго, через год ответил только. Культур-организатором санатория по телефону Ольга Заново готова обсудить вариант сотрудничества. Да, я нуждаюсь в сотрудничестве, если вам еще актуально. Если вам еще актуально, я готов сотрудничать. А в чем заключается? Какой это город? Я живу в Красноярском крае, в Железногорске, но я могу переехать в другой город, потому что здесь абсолютно мертвый город для меня. Здесь не ценят творчество и ничего. Вы, скорее всего, из другого города. У вас есть WhatsApp, чтобы я мог бесплатно позвонить по этому телефону. Спасибо за сообщение. Извините, что только через год ответил. Это мой WhatsApp, Telegram или... Да, WhatsApp или Telegram. Можете бесплатно написать мне или позвонить, если еще актуально. Я объяснил, почему я долго не отвечал в предыдущем голосовом сообщении. Простите. Неотвеченное. Интересно. А, это спам. Себе 2017.